Ауч. Ты жива? Ты сейчас умрёшь. Беги! Побежали в воду! Я спасу тебя, Констанция. Ох, душа. У меня есть свиток воскрешения. Это было эпично. Но пока что темная сущность во мне говорит, что с этим можно и повременить. Повиси здесь зеленым облачком, а я пока обшмонаю древнюю зараженную черепаху. Заберу у нее селедку, золото. Балахо-го-го-го. Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале, а вернее, мы рады приветствовать вас на моем канале. А мы — это Галина, это моя эльфийка, и это не моя нежить. И моя лососина. Полулысая. Да, здравствуйте! Я надеюсь, что вы все еще продолжаете смотреть наше безумное прохождение. Вот. Мы зашли вот сюда обратно в эту локацию, открытую, полускрытую теперь, для нас доступную. И я думаю, что надо как-то продолжать ее исследовать, да? Да, да, это мы по-прежнему в форте Радость, но радостного здесь как-то, да... У нас что-то очень мало радости, да. Но я, знаешь, хочу тебя сразу предупредить, мне кажется, что мы здесь серьезно надолго такими темпами. Ну, вот. Мы никуда не торопимся особо. Это правда, абсолютно. Так, я все-таки хочу поговорить с этим ребенком, который меня своими воплями... Да, вот, тут уже давно исплакался ребенок, пока мы поздороваемся. Да. Давайте поговорим. Говори. Что случилось, малышка? Из-за корзины доносится тихий плач. Вы заглядываете за нее, обнаруживаете маленькую девочку, которая обнимает колени и дрожит. Нежно спросить дрожащую девочку, что случилось. Положить ей руку на голову и прошептать «Тссс». Я вот после этого вообще посовикаться начала на месте девочки. Сказать ей, что она слишком шумит, и велеть замолчать. Ладно, что случилось, ребенок? Девочка вздыхает, кажется, рядом с вами ей спокойнее. Она поднимает на вас любопытные глаза. Спросите ее, почему она плакала, велеть ей успокоиться, подмигнуть и сказать, что она похожа на вашу знакомую принцессу-воительницу. Предложите ее обнять. Так, спросите, любит ли она загадки. Вообще, я бы сказала, что она на принцессу-воительницу похожа. Да, может, это ее взбодрит. С другой стороны, что за загадки загадывает моя лосось, это тоже хороший вопрос. Вот я не знаю. Интересно, конечно. Так, загадки. Давай. Она кивает. Загадать загадку. Под горку ползком, в горку бегом. Что такое один глаз, один рог? Под каким деревом в лесу сидит зайчик, когда идет дождь? Под мокрым. Ну, это-то понятно. А вот что такое в горку ползком? Под горку ползком, в горку бегом. Под горку ползком, в горку бегом. Ой, это какой-то пивной ларек, не знаю. Если он стоит на горке. А что такое один глаз, один рог? Вот тебе не любопытно? Один глаз, один рог. Это когда ты упал, ушибся, набил себе шишку и выбил глаз. Слушай, я тут пока загадки загадываем, я взглянул в инвентарь этой девочки. Ага. И нашла там просто для себя мега вещь. Это магическая броня, это кольцо полумрака. О-о-о. Как раз аэротеургия, это самое пресловутое. Ну тогда тебе надо ее пытаться обаять, эту девочку, может она тебе подарит ее? Так, сейчас посмотрим. Так, ну если такие загадки, то, наверное, надо ту, на которую мы знаем отгадку. Она же попросит отгадку наверняка. А... В
Прям... Ну да. Прятки. Я про дерево и зайца. Давай. Так, дерево и заяц. Why? А что? Что? Сказать, что вы забыли, как шутка кончается. Сказать под мокрым. A wide smile cracks across his teeth. Благодарное лицо расплывается в широкой улыбке. На месте двух последних зубов зияет большая дыра. Карал. Точно, ведь мощь. Ну вот. Ты смешная. Вот, держи. Я нашла на улице. Но прочитать не смогла, а читать я научусь только... через год. А это она мне какой-то свиток дала магический. По-моему, даже на то, что мне нужно. Отлично. Девочка вытирает глаза, улыбается во все силы, шлепает прямо на землю. Она начинает рисовать на земле фигуры, сердечки, звезды, ромбы. Ну и отлично. Слушай, давай, я пока тут торгую, буду слушать твой диалог с эльфийкой, чтобы нам время. Давай. Так, а тут ходит... Ну, это явно не мамаша, потому что девочка человеческая. Where is she? You go with us. Унис, где она? Ты идешь с нами? Кто ты? Ты из убежища? Она не говорила о других. Фаерелас, она так опаздывает. Та-та-та-та-та-та-та. Спокойнее, слишком много вопросов. Так, попросить ее немного успокоиться и объяснить, что она имеет в виду. Соврать и сказать, что да, вы должны пойти с ними. С кем с ними? Вы чуете поживу, сказать, что она прислала вас забрать все ценности, чтобы действовать дальше. Ей нужен каждый золотой, какой только она может достать. Сказать, что вы, к сожалению, не понимаете, о чем она говорит. Если бы она объяснила, то вам было бы проще понять. Сибила. Потребовать рассказать, кто ее так расстроил. Уж не ящер ли? Так, ну, либо успокоиться, и что она имеет в виду, либо сказать, что, к сожалению, не понимаем, о чем она говорит. Так, давай первое. Попробуем втереться как можно больше ей доверия. Как ты думаешь? Да, конечно, естественно. Неважно, это тебя не касается. Уходи, но... Это не очень. Она наклоняется вперед и берет вас за руку. От страха слезы текут по ее лицу. Пожалуйста, не приводи никого сюда. Конец диалога. Что, не приводи никого сюда, она сказала, да? Не приводи никого сюда, да. У нее нету ничего такого ценного. У нее арбуз, граната, фейерверк и короткая палка. Ну и селедка. Угу. Тут, там ничего нету. Так, ну ладно, конец-то конец диалога. А что ж за лагерь такой странный? Ой. Эх. Так, а тебе дали свиток? Мне дали свиток, да, но мне тут денег не хватает. Так, а деньги передавать нельзя, что ли, получается? Не, можно, наверное. А сколько тебе не хватает? Много. А, 99 золота у меня есть. Так, может, что-нибудь такое ценное я тебе дам, ты продашь. Вот у меня деревянная фигурка, вырезанная вручную фигурка из промасленной древесины. Куда ни поставь, она будто следит за вами своими блестящими глазками. Стоит аж 120 золотых. Да? Ага. А может, она нужна? А вот будет. Не знаю. Может, какая-нибудь кукла Вуду. Сбивающих. Так, ну это все. Так, сейчас я попробую сначала сделать следующую вещь. Так, вот уже проще жить стало. Да.
Тыкс. Слушай, ладно, я думаю, что это кольцо никуда не денется. Ну вообще, если тебе не жалко эту штуковину. Куклу-то? Да. Ну, пока мы не знаем, для чего она не жалко. Так, сейчас, секундочку. Держи. Так, спасибо. А слушай, а ты мне. Да, ты мне отдала куклу? А, все, вижу. Ну, она наверняка будет стоить в продаже, естественно, дешевле. Но... Так. Кораллы тоже считают, что у всех есть сердце, кроме ящеров, наверное. Хотя, может, и у них есть, не знаю, у водопадов. А сердце как громадный бриллиант, видишь? Боже мой, эпатичная девочка. Так, хорошо. Так, отдаю ей золотой кубок. Бери. Куклу. Бери. Клещи. Дорогие, кстати, собаки. Так, отдаю. Тебе самодельный щит. Белые грибы. И все деньги, которые у меня есть. Мне все равно не хватает. Ладно. Значит, это пока что... Ну, просто... Рано. Ну, подожди, да. А сколько не хватает-то? Да, слушай, мы сейчас всю серию здесь проторчим. Давай лучше... Слушай, напомни мне, что в итоге тебе Эльфика-то сказала? Эльфика сказала, чтобы мы никого сюда не приводили. Кого сюда не приводили? Ну, значит, надо просто, если в каких-то диалогах будут вопросы об этом лагере, просто не рассказывать. Я так понимаю. Иначе я не вижу. Так, нужна лопата, кстати. Вот, лопата, да. Либо лопата, либо ящик. Либо ящик. Так, лопата. А Эльфика лопат не продает случайно? О! А у меня сейчас сработал телекинез. Ну-ка. Как? Сейчас, секундочку. Ну-ка, если я сюда приближусь. Он просто у тебя пока работает всего на 2 метра. Ты понимаешь, я стояла рядом с травкой, и она, не подходя к этой травке, взяла и ее забрала. Ага. Во, и сейчас она забрала. Вот. Ты как это делаешь? А просто забрать. Она не подходит близко. А, все, да. Господи, мы... Все элементарно. Хватит бегать через костер. Секунду. Ой! То есть это она вот так с тобой мило говорила, а мне она говорит, уходи прочь, тебе здесь не рады, прочь, свинья двуногая? Да? Что? Извиниться, отойди, ну сейчас я извинюсь. Медленно поднять руки, сказать, что вы не желаете зла, предложить ей попробовать еще хоть раз назвать вас свиньей. This is my mistake. Я ошиблась, you are no ты не свинья. I am no bull. И я не тигрица. Please, пожалуйста, просто оставь нас. Так, сейчас, подожди, это нервная, оставлю. Нервная, это унес. Господи, бедные люди, правда. Зато у нее есть селедка. Так, давай мы тебе за селедку. Так. Лучше. Ну ладно. Господи, нервные какие люди все. Так. Пойдем на пляжик, посмотрим, что там. Да вот я спускаюсь, да, тут уже какая-то... Стой, стоять. Это... А нет, это... О, мирные черепашки. Пошли, поговорю с ними. Это мирные черепашки? Ну, вроде как, да. Can you feel it? Can you feel the darkness approaching? Так, черепаха, чуешь приближение тьмы?
Спросить, о чем она говорит, что за тьма. Подтвердить, что вы тоже ощущаете присутствие чего-то тревожного. Откланяться, у вас нет времени слушать пафосные речи черепах. Сказать, что вы чувствуете лишь теплый морской бриз. Так, ну давай скажем, да, мы чувствуем приближение чего-то тревожного. Как ты думаешь? Или что? Давай, конечно. Черепаха, отбрасывает ли она на тебя столь же длинную тень, как на меня? Мое сердце покрывается льдом, словно в меня ворвалось само небытие. Она грозится поглотить меня, грозится поглотить нас всех. Ничего себе. Черное небытие. Это исток, ну, то есть пустота, видимо. Ты что, нормально все у тебя с черепахами, да? Да. Так, а вон там еще больше. Шайзи! Блин! Охренеть. Так, мой ход. Боже. А там это огромная черепаха. Так, Так, ага, Фейн у меня первый на очереди. Так, что он может делать? Давай-ка смотреть. Таран, кровосос, вытягивает жизнь из разлитой на поверхности крови. Так, нету этого. Рой москитов. Намного? На сколько клеток? Сейчас читаю. Да, непонятно на сколько. Ну-ка, а это притвориться мертвым? Это самый лучший выход. Так, он призывает москитов на всех трех. Давай. Получается черепах. Давай. Шайзе, я то сделал. Фейн, что ж ты сделал-то? Я бы тебя побрал, все. Что-то я не то сделала. Призвал он всех москитов, а побежал просто бить ту самую черепаху. Так. Да? Да. Но он пока что в нокдауне лежит. Да, это трон, это черепаха. Что мы будем делать? А я вообще оказалась в окружении. Так. Слушай, можешь ткнуть на черепаху и посмотреть, что она там больше всего боится? Так, воздействие эффектов влага, это ей хорошо. Так, у нее сопротивление огню, воде, воздуху, земле всему? И ядом. Так, меньше всего у нее сопротивление огню. Так, а ты из скалы достанешь ее там? Там у тебя бочка с водой, кстати. Что, реально? Это, по-моему, не в ту сторону немножечко. Слушай, я просто хотела поменять. У тебя есть. Слушай, еще. Давай перезапишемся. Давай, если получится, давай попробую ее запустить. У меня как раз недавно была сохранка. Давай. Так, ну что ж, сразу будем, может быть, может, лучшая защита — это нападение? Кстати, ты где? Я бегу. Ага. Не, мне кажется, надо поговорить. Это важно. Ну, давай. А давай еще раз внимательно тогда поговорим. Давай. И поймем. Так, ты уже тут? Так, чуешь приближение тьмы. Итак, спросить, о чем она говорит, что за тьма? Может быть, вот выясним все-таки, что за тьма? Так, подтвердить, что давай, вы ощущаете. Давай.
Словно бы меня выморозило изнутри, а невообразимо черная тень превратила меня в кусок льда. Она грозится поглотить меня, грозится поглотить всех нас. И все, и конец диалога. Я так понимаю, сейчас пойдет барабум, да? Да. Так, слушай. Фенюл, ты куда-нибудь другое место поставь. Сейчас нам надо как-то так, какую-то тактику. Поставь его куда-нибудь в середину. Отправь, чтобы он москитами всех их потравил. Так, а как нас разделить, чтобы... А просто тяни его вниз мышкой. Да-да, но он бегает, и я бегаю за ним, понимаешь, если я на него... Нет, подключу... ты его вот иконку вниз потяни. А. Все, можешь Фенни управлять отдельно. Так, Фенни, давай-ка вот, вот сюда вот. Началось. Так. Что ж, вызываем москиты. Наводи на самую большую. О! Так, так, еще у него есть что-то. Вытягивает жизнь. На, так, кровь нет, таран. Притворится мертвым. А что, вытягивай жизнь из этой большой. Он еще может до нее дотянуться? Вытягивает жизнь из крови разлитые. А, тогда нет. Хотя подожди, если на ней есть кровотечение, значит... Так. Все. Больше он ничего не может. Он может отойти. Уперло. Ёкаломанное. Ничего себе. Мама. Так, Феня жив? Жив. Пока что. Чё, огненный шар, да? Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Тебе мы сейчас тоже врежем. Спасибо. Ай-ай-ай. Мама. Так. Ну ладно, хоть эта большая горит. Вон у нее уже половину всего с нее снялось. Давай. Давай-ка я попробую прибить эту, которая рядом с тобой, чтобы она тебя не повредила для начала. Так. Однако... Феня подгорел при этом. Я сейчас тоже подгорю. Да. Так, вызовем вот этого товарища. А его надо было в огонь призвать. Он бы тогда их огнем долбил. Я и пыталась. Так, получили. Спасите. Спасите. Есть. Так, отлично. Есть. Есть. Я сейчас сгорю. Так, а Феня там где вообще? Феня тоже где-то подгорает, но ему, по-моему, все равно. Ой-о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 й
Ой. Надо подержать. Так, мой элементаль не может двигаться никуда, у него увечья. Спокойно. Так. Черт. Так, сейчас. Так, у нее осталось 9, да? 8-9. Так, почему я не могу ударить? Я же могу ударить. Внезапно. Так, нет, не могу. А, потому что мне нужно 2 очка. И я все равно... И я все еще горю. Бей в большую черепаху, мы ее почти добили. Сейчас ход врагу. Так. Мой ход, да, говорится? Так, слушай, ну ты прям спасаешь. Ты сейчас сама себя отравишь. Так, сейчас. Сейчас я всех спасу, дайте мне ход. Я просто отправлю спасаться. Да, подальше. Нет, не подальше. Его надо как раз в эту зеленую жидкость запихнуть. А. Да, ну тут везде огонь. Огонь я сейчас потушу. Так, тогда у него конец хода. Сейчас, секунду. Так, почему я не могу это сделать? Так, ура. Так, еще остался один ход. Но я до твоей черепахи, я просто не могу. Я не дотянусь. Но я могу тогда, получается, что? Сведения, магическая броня. Ну, станет от этого только хуже, я так подозреваю. Хотя... Ну, в принципе, ему, наверное, уже ничего не грозит. Хотя это нет. Он лежит и горит. А, да, это он стоит и горит. Так, водяного. Слушай, даже у тебя интересно. Ничего нет. Сейчас. Попробуем. Все, нормально. Нет, все, смотри, отлично. Угу. Так, мой ход. Да. Интересно, простое так или не удобно? Да. Ауч! Ты так. Жива? Ты сейчас умрёшь. Беги! Побежали в воду! Я спасу тебя, Констанция. Ох, душа. У меня есть свиток воскрешения. Это было...
Отлично. Но пока что темная сущность во мне говорит, что с этим можно и повременить. Повиси здесь зеленым облачком, а я пока обшмонаю древнюю зараженную черепаху. Заберу у нее селедку, золото, балахо-го-го-го. Ничего себе балахончик. Черепаший коготь я нашла. Ну ладно, мы сейчас посмотрим с тобой вместе. В маленькой ряд. Черепахе сущность воды. Это, наверное, тебе больше подойдет, поэтому иди. Так, Феня, тебе бы куда-нибудь в яд какой-нибудь бы забежать. Во, смотри. Иди полечись. О, как хорошо. Так. Аллилуйя. Спасибо. Ну, спасибо. Так, у меня самое чувство здоровья не очень. Ну да ладно. Слушай, ну криво, косо, но мы это сделали. В конце концов, неважно. ЖК главный результат, мне кажется. В такой ситуации. Если честно. Так. Тронутая пустотой черепаха. Так, давай-ка я что-нибудь съесть, что ли. Главль. А? Так, я тут, смотри, нашла такую броню, магическую броню. Закусим яблочком. Надо будет вернуться в лагерек да поспать. Вот и все, восстановление здоровья. В общем-то, да. В общем-то, да. Ага, магическая броня. Как-то на пирата похоже, по-моему. Да, вполне. Так, здесь на самом деле вздувшийся труп. У него есть размокший дневник. Вот это интересно. Ну-ка, ну-ка. Что пишут? Ага, моя первая ночь в этом месте. Похоже, все будет не так уж и плохо. Я нашел тихое место для сна и натащил достаточно сухарей. Чтобы продержаться. Когда все это кончится, я смогу с гордостью сказать, что не только выжил, но и провел время с комфортом. Какие-то тупые громилы отобрали у меня сухари. Тут надо быть поумнее, иначе я помру с голоду. Встретился со старым рыбаком Радом. Он научил меня делать сети. Рад помер. Тупые громилы отобрали у меня сеть. Хорошо. Что самого злого ночью забрали в форт. Есть хочется. Я с детства хорошо плаваю. Море тут спокойное. Но сколько же до берега? Вряд ли больше пары дней. Так, непонятно. Непонятно. Так, а мы тут занимаемся взломом сундуков. Благо у нас отлично. А где это? А вот здесь. И повысили себе уровень воровства. Так, ну а что-то есть-то? Как-то заперто. То есть мы ломали уровень воровства. Ну тогда мы возьмем целиком этот сундук. И будем ждать, когда у меня повысится навык. Так, ну-ка, у тебя есть отмычки? Да, я вот сейчас его взламывала, отмычку применила, но он остался запертым. А у тебя еще есть отмычка? Сейчас я загляну в свой инвентарь, во-первых. Нет, отмычек больше нету. О, она была единственная. Ну, сундук. Вот то место, о котором я говорил. Так, подожди. Сундук со мной. Сундук с тобой? Да, я его ношу за пазухой. Да ладно? Да. Ах, ничего себе. Ну вот смотри. Вот. Ага. Слушай. Я, конечно, все понимаю. Там так не делается, может быть, все дела. Так, но... Мы можем разбить его. Так, подожди, ну давай... Он отбавляет вообще?
Шептываться его яд. Так, на самом деле у тебя нет никакой палки, копалки, что-нибудь, дубинки. Да зачем? Вот я призову этого инкарната, да и пусть трудится. Так, давай, дружочек. Так, я надеюсь, при этом мы не повредим то, что там внутри. Знаю. Вряд ли. Единственное, что оно все будет ядовитое, понимаешь, немножко. Ну? Слушай, там золотишко, давай, забирай. И все, что ли? О! Игрушечный арбалет. Скорее. А что такое свиток ускорения? Так, я там тоже что-то набрала. Так. Свиток воскрешения. Свиток ускорения. Это... Ускорение увеличивает скорость движения на 2 метра за одно очко движения и дает дополнительное очко за ход. Вот такая разовая акция. Вот, кстати, у меня есть свиток каменная броня. Вот уже разовый. Накладывает эффект каменная броня на 3 хода. Очень надо было. Ну, свиток воскрешения. Вот таких нам надо, по-моему, побольше, как мне кажется. Это да. Так, ну, в общем-то, все, да, здесь? Наверное. Что это такое? А, это просто не берется. Так, ну что ж, товарищ тут потерпел. Потерпел, да. Любитель сухарей. Не достаться. Что это такое? Так, смотри-ка, я за счет своего восприятия... Что-то обнаружила, я не поняла, чего я правда. А, тоже, черт, здесь тоже нужна лопата. Или ящер. Смотри, видишь? Ага. Так. Так, а что я слышу, она тебе говорит, что... Так, ну-ка, вышли из яда. Так. Слушай, у тебя Феня что-то совсем это... Нет, а он стоял... стоял в еду и лечился, да. А, это... Он-то живее нас. На самом деле. Точно. Так, ну что, поплыли, Титаник? Да-да-да-да-да-да. Слушай, ладно. Так, дай-ка я посмотрю на карту, где еще у нас что исследовано. Угу. А на самом деле... На самом деле у нас нет никакого другого выбора пока что, как идти в сам форт Радость, собственно. Да, все, здесь, в принципе, все по берегам. Мы вроде как излазили, насколько я вижу. Так что надо выдвигаться. Так, пойдем там через Лиану, да? Да. Да, и заодно кота надо забрать. Он же там так и остался, по-моему. Забросили нашего. Какой тайный Альков? Подожди. А, это ты в тайном Алькове. Я и забыла. Но с этим тайным альковом еще не все, потому что тут вот осталась как раз эта дыра. Мертвый труп эльфа. Мертвый труп эльфа, господи. С кем поведешься, у того и наберешься. Вот. И поэтому нам еще здесь, конечно, будет чем заняться вполне себе. Прилично. Но пока что ладно. Там сколько у тебя на хронометре-то? Да на хронометре, я думаю, что сейчас мы доберемся до города и там, наверное, закончим уже. Так, да, слушай. Черепахи-то, конечно.
Практически на грани фола. Ну, я дурака сваляла, видишь, то, что я побежала через огонь. Не оставалось до жизни совсем. Слушай, а как звали этого, кого там, за кого там боялась эта уничтоженная ящерица? Атуза, Аруза, как там ее? А вот... Лиссар? Вот она, по-моему, за эту эльфийку и боялась, которая там сейчас металась. Усар или как-то ее звали? Нет, вот Висар стоит. Может, это он? А-а-а. Смотри. Побег, дневник обновлен. Сейчас, секунду. Так, побег. Да, Висар, вот с этим. За него она говорила, о нем. Съев плоть магистра Атузы, да, мы узнали, что... Нет, она хотела помочь некому Вердосу, а не Висару. Это Висар. Ах, как все эти имена. Так, а где это, посмотри, в дневнике? Да. Так, ну, значит, мы тебе помогать не будем. Будем с ним разговаривать? Или потом, может быть, уже. Поскольку... Ох, сколько тут. Сколько тут всего... Ну, я думаю, тогда, может быть, в следующей серии уже, чтобы с чего-то такого цельного начать. Давай. А сейчас пока что... Пока что нам надо найти, где поспать. И восстановить свое угасшее молодое здоровье. Но мы за кадром, слушаем. За кадром можно вернуться, на самом деле. Да. Наверное, так и сделаем. А, вот здесь лежанка, все, я нашла. Так, вот. Ну что ж, да, вот такие вот приключения на сегодня были. Эпическая битва, эпическая погибель. Первая смерть, да, первая кровь. Так что огромное спасибо, друзья, что вы смотрите. И, наверное, как вы поняли, все эти серии, которые были до этого, мы записали одним куском. Так что вот сейчас вы можете писать, ну, просто море комментариев и море отзывов. И на все эти, естественно, мы или я вам отвечу. Я тоже с удовольствием отвечу. Главное, пишите. Да, вы главное пишите. Еще раз огромное спасибо всем. Всего вам хорошего и пока. До встречи. Пока-пока.